Литераторы Чуваши – наши современники. Презентация мультимедийного издания прошла накануне в Государственном архиве электронной и кинодокументации. Порфирий Афанасьев, Николай Смуков, Ева Лисина, Юрий Семендер, Михаил Юхма. Всего 10 писателей и поэтов стали героями мультимедийного издания «Литераторы Чуваши и наши современники». Этот сборник рассказывает о мастерах слова, которые внесли заметный вклад в искусство республики. В основу издания легли документы и материалы из семейных и государственных архивов, отражающих творческую и общественную деятельность писателей и поэтов. Детские и юношеские годы мастеров слова, начало творческого пути – все это уже история. В разделе «Видеоинтервью. Беседы с литераторами», в которых мастера художественного слова размышляют о прошлом, настоящем и будущем чувашской прозы и поэзии, читают любимые отрывки из поэмы «Нарспи». Это будет большой багаж для будущих поколений, для истории чувашского народа, для чувашского искусства, чувашской культуры. Я приветствую наш архив, государственный архив. Я не знаю, в других местах есть ли такой архив. Это очень современный, имеющий будущее учреждение. Ведь 21 век и дальше все это будет ведь в электронном виде. Именно в этом виде наиболее удобно сохранять любые знания, любые ценности. Лучше, чем музей, чем стенды. Стенды стареют, музеи стареют, а это навечно остается, если его умело хранить.